Продолжается масштабный ремонт здания Фипской спортивной школы номер 1. С рабочим визитом поселок посетил глава района Андрей Дорошевский. Руководитель муниципалитета осмотрел работы. Сейчас они ведутся в соответствии с графиком, но есть некоторые недочеты, которые подрядчика попросили исправить за свой счет, не нарушая сроков сдачи объекта. Посещают ее около 1500 ребят. Все они с нетерпением ждут открытия обновленного здания. Преобразится и территория. Здесь решено переложить старую вздувшуюся плитку. Посетил глава района одну из старейших общеобразовательных школ. 4 имени маршала Георгия Жукова построена во второй половине 19 века. В одном из корпусов была когда-то церковно-приходская школа, а во время войны здесь располагался госпиталь. Сейчас школа переуплотнена, здание рассчитано на 500 человек, по факту посещают ее 1000 с лишним. Есть спортзал и теплый туалет, не хватает спортивной площадки. Она есть, но сейчас закрыта и опечатана, небезопасна для эксплуатации. Из средств ЗСК на капитальный ремонт площадки выделят порядка 3,5 миллиона рублей. Обещает помочь им местный НПЗ. Возможно, помощь будет от завода, либо тогда мы уже из муниципального бюджета будем добавлять. В любом случае, из бюджета района, да, выделим площадки, средств. Ну, Марина, да. Вы готовьте все. Обращение, письмо. Да. Будем выделять. Будем все, выделять. Спасибо большое, Андрей Владимирович. В скором времени детвора сможет полноценно заниматься спортом на свежем воздухе.